Меня зовут Аманжелов Тимур, сейчас живу в Караганде, зашел в областной музей изобразительного искусства. Здесь проходит выставка, посвященная 90-летию Караганды. В общем, описание выложу в анонсе, а теперь просто начну снимать. Приятного просмотра. Чихну сейчас. Нас учат. Так, Антоненко. Ой, извините. Да что такое? Что-то аллергия, наверное, портрет капитана милиции Сулейменова. Так вот, хороший портрет. Генерал-майор Рахимба. Ой. Да что такое? Что-то аллергия, что ли? Извиняюсь. Генерал-майор Рахимберлин. Ох, какая интересная фамилия. Так, портрет Аханова. Что у меня с носом? Что-то аллергия, что ли? Да что такое? Ой, извиняюсь. Да. Это не простуда, это аллергия. Санасян на казахстанской магнитке. О, какая хорошая работа. Портрет Лабуди. Да что такое? Да, вода. В нос попал, что ли? Извиняюсь. Так, Антоненко, металлург. Конечно, отправь. Да что такое? Ой, пришел с улицы, называется. Диспетчерская шахта. Да что такое? Нет, дело. Молодой учитель Конофеев. Нас ваш свербит. Течет. Я. Давно не было. Так. Шамшин. Портрет. Смогу. Щеголихин в далекой степи. Классная работа какая. Так, это что у нас? Сергеев, портрет Бабаева, что ли? Плохо вижу. Калмыханов, студент-строитель. Так, Байтенов, индустриальный пейзаж. Сагинов. Именем которого назван университет в Караганде. Ладно. Свербит. Что такое? Извиняюсь. Знатный сталевар Темиртау. Классная работа. Ювелир Гаев. Кстати, недавно день строителя был. Вышатки строительница Крылов.
на работу. Растопчин, Караганда, космическая гавань. Шульга, будни села, лампочки отражаются. По-другому никак, наверное, нет. Ладно. Ох, виногравюра какая. Антошенко, Оленев, молодеет. Расцветает Казахстан. Титов, печевые. Это дома, наверное. И Сергеев, обушка извести. Классная работа. Так, ладно. Сейчас я на стенах, а потом на колоннах. Портрет художника Камелина. Выпила вот это имя. Образ бизнес. Все-таки правда. Пичугин писатель. В комнате спит, давление высокое. Кутежевато на вас. А это у нас Баграмов. Портрет художника Балкасова. Так, Щеголихин. Люди культуры Караганды. Наша работа. Балкасов, портрет Суворовой. Так. Колкобаев, балерина, портрет балерина Гули. Гуля какая. Так, ладно, теперь колонна. Колонна. Так, Сергей, портрет Гапеева. Рама какая хорошая. Так, врач. Доктор, травматолог Макожанов. Его именем названа клиника Макожанов, в которой я лежал несколько раз. Ну ладно, не важно. Кенисбаев, портрет врача Симбинова. Симбинов. Так. Сергей, портрет студентки медицинского института. Студентка. Ну, извиняюсь. Классная работа. О, Абакиров. Кто? Дуренбеков. Так. Белок, мастер художественного литья Артемов. Какая работа. Так, с этой стороны еще снять. Так, это пропустил. Это кто у нас? Калиев, портрет художника Андреюка. Булкасов, портрет Кабдикаримовой. Герой соц. Труда. Чем? Ну ладно, не знаю. Ничего не знаю.
Так, о, какая работа. Шаповалов, литейщики. Форт. Да. Очень интересно. Не зря зашел. Андреюк экскаватор. Холст масла. Так, Шкурацкий, Караганда. Да. Писаренко, корпуса завода СТО. Андреюк, Малярш. Так, ну что, в этом зале все. Теперь в переходе поснимаю. Стоп. Приятного просмотра. Здесь продолжение в коридоре, в переходе. Кто это у нас? Федянин. Как теплица. Так, Сергеев, Актугай. То есть нужно будет склеить. Ладно, склеим, не важно. Жунусов, Осенний парк. Осенний парк. Ну, парк это где? Наверное, в Караганде. Селезнёва, трудовые будни. Вот и все. Значит, сейчас я начну снимать во втором зале. Там другая экспозиция. Всего приятного просмотра. Если нравится, отмечайте.